Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Поль Гоген. Пейзаж со свиньей и лошадью. Остров Хивоа. 1903 год. Холст масла 75/67. Представленная картина величайшего художника постимпрессиониста Поля Гогена впечатляет неземным колоритом. Полинезийские острова стали для мастера миром грез. После лаконичных пейзажей севера Франции богатейшая и экзотическая природа дала ему импульс к новым исканиям. Надо помнить, однако, что несмотря на тягу к неизведанным дальним уголкам мира, живописцу очень тяжело далась жизнь здесь. Он зарабатывал нищенские деньги, подорвав здоровье в непривычном климате, подолгу болел. Тем не менее, в истории Гоген остался как новатор, который обогатил современную художественную культуру. Мастер смело использует контрастные и неожиданные, не встречающиеся в природе цветовые комбинации. Коричневая древесина становится сиреневой и фиолетовой, сочная зелень – черной. Неопримитивизм в изображении животного сочетается с богатой фактурностью в трактовке травы. Данная картина стала одной из последних в творчестве живописца. Ну вот такое описание к работе Поля Гогена «Пейзаж со свиньей и лошадью. Остров Хивоа». 1903 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.